Для проведения акции «Пешеходный переход» на Советской улице сотрудники ГИБДД выбрали вторую половину дня. Именно в это время большинство учащихся Видновской школы номер 4, расположенной неподалеку, возвращаются домой. Для безопасного передвижения через проезжую часть здесь находится регулируемый переход. Ученицы 4 класса Алиса и Аня с правилами дорожного движения ознакомлены хорошо. Нам рассказывали старшеклассники, и мы проводили классный час иногда. Сотрудники госавтоинспекции уверены, что проведение подобных мероприятий пополнит ряды грамотных пешеходов. Сегодня мы как раз наблюдали ситуацию, когда, ну, можно так сказать, грубо, 50% наших участников юных соблюдают правила дорожного движения, переходят дорогу по пешеходному переходу. И вторая часть наших, так можно сказать, недисциплинированных ребят переходит проезжую часть по дороге. Вот мы сегодня еще раз с ними проводили профилактическую беседу, еще раз им напоминали, как нужно себя вести на улице нашего города. В ходе рейда инспекторы вручали детям световозвращающие элементы. Присутствие их на одежде особенно актуально в это время года, когда темнеет рано. Вот я смотрю, на вас темная курточка одета и без световозвращателей. А вот как вы думаете, для чего он нужен? Чтобы ночью, если человек, ну, ребенок переходил, когда светили на него, ну, фарами, то видели, чтобы не сбить человека. По итогам акции сотрудники ГИБДД отметили, что большинство взрослого населения переходят дорогу на этом проблемном участке правильно. Хочу отметить, вот если посмотреть на наш пешеходный переход, взрослое поколение все-таки старается соблюдать правила дорожного движения, ну, хотя бы своим примером показывая нашим молодежи, как себя нужно вести безопасно. Дорога в школу для многих учеников связана с пересечением проезжей части. Задача таких профилактических мероприятий – еще раз напомнить юным пешеходам делать это правильно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.